Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои призы, награды, отлично. Так, теперь зайдем в магазин, откроем колодочки наши бесплатные. Так, что нам здесь достанется? Так, я вижу карту сзади, и что же это за карта у нас будет? Ага, Хана, всего лишь одна штука. Ладно, не богато, как говорится, здесь мы все забираем. Так, у нас мутаген также есть. Давайте его тоже заберем. 720 штук, маловато. Так, ну еще есть одна колода бесплатная. Давайте ее посмотрим, кто нам тут выпадет. Надеюсь, что-нибудь стоящее. Так, кто-то там такой секретненький. Ага, Рафаэль ролевой. Ну, это уже что-то. Ну что ж, давайте отправимся, наверное, мы в список героев. Я хочу сегодня прапать маленько тигром своего. Ну-ка. Как раз на 2 уровня. Отлично, 28. Очень замечательно, больше у меня мутагена, к сожалению, нету. Жаль. Ну и пора, наверное, посмотреть, что у нас тут в 5 главе, ребята, эпизод 1. Все наши враги за 30 уровень. А мы даже 30-го не имеем. Ну что ж, все равно, я думаю, что... попробовать можно. Вот зэка, наверное, мы с вами поменяем. А поменяем его как раз на тигра. На тигриный коготь. И именно вот таким составом попробуем. И как я раньше этого не понял? Не понял чего, Лео? О чем ты? Кренги, что всегда мешало их окончательной победе? Мутанты. Те самые мутанты, которых Кренги ловят по всему Нью-Йорку, потому что, управляя мутантами, управляешь всем? Ну, по всей видимости, так оно и есть. Они, по крайней мере, за ними охотятся, я как понимаю, берут к себе в компанию. И за счет этих мутантов тут наводят беспорядки. Ну, а мы, естественно, мешаем им во всем. Так, ну что ж, давайте проверим нашего коготка. Да, он просто красавец. Ну что вы, охламоны тут совсем припухли, а? Я смотрю. Ну-ка, вау. Контратака у нашего тигриного когтя. Ну, буду называть его просто тигром. Уж не будем так официально к нему обращаться. Давай, Бибоп. Свой танец. Жопастый. Давайте-ка усилим тогда атаку, наверное, да? И будем уже и тут разбирать с полтычка. Эйприл. Тыщ, с ноги сносит. Молодец. Так, Майки, давай, улыбнись, не отставай, малорик. Постепенный урон у меня висит на тигре. Ну, это все ерунда, ребят. Бибоба, когда бьют, у него какие-то серпантинчики от него отлетают. Так, и здесь у нас Хан. Угу. И два ниндзя. Ладно, разберемся мы с этими хламонами. Тем более мы под усилением, так что я думаю, никаких особых проблем у нас здесь не будет. Масуху мы прибережем для босса. Черт, не нравится мне вот этот постепенный урон, который, блин, на тигре висит. Аж раздражает. Так, сейчас, наверное, Хан звезданет. Да, и кого он будет бить? Ага, Майки. Блин, да хорош вы. Так, Эйприл, давай-ка побыстрее. Мне нужен, кажется, здесь отхил. Пригодится. Чтобы у меня не упал кто-нибудь. Блин, ну как всегда, ничего не дают. Вот, давай, молодец. Давай, зайка. Умница. Ну что ж, сейчас мы добьем этих олухов и уже перейдем к боссу. И если у нас вот так вот все пойдет, возможно, мы пройдем даже великолепно эту заходочку. Ну давай, тигр, вали. Молодец. Теперь Бибоп. Ай, красава. Истощение. А что такое истощение, ребят? Я понимаю, постепенный урон — это когда каждый ход у нас отнимается хпшки. А истощение? Хм. Так, ну что ж, давайте тогда будем бомбить. А тут у нас пиццелики, да, значит? Хм. Давайте массовыми ударами, естественно, будем бомбить, чтобы как можно быстрее тут всех одолеть. Ну, они довольно сильные. Ну-ка, тигр, массухой. Вау. Ёлки-палки, мы им понизили защиту, атаку. Вообще красава. Так, надо будет тигра нам как-то в дальнейшем укрепить еще сильнее, улучшить его удары. Я думаю, тогда мы вообще с вами будет без проблем все проходить. Ага, провокация стоит. А ну-ка, убей его. Готов, олух. Ну, а теперь уже просто-напросто разбираем. Так, пиццелики получи. Давай, Эйприл, с вертушки. Блин, что так мало-то отнимаешь хпшек?
Ух, пиццульку бросает. Куда? В Бибопа. Ну, Бибоп у нас такой толстенький, поэтому он может себе позволить выдержать пару конкретных ударов. Давай, тигр, атакуй. Критани. Ну, критани. Правильно, видели, ребят, критический удар. И он у Пцликова отнял очень много хп. Можно сказать, что он уже не жилец здесь. Давайте, Бибопчик. Опа. Гады, провокацию повесил, а? Ищ. И сейчас мы будем их здесь пробивать. Но. Так, нам снимать нечего, будем просто атаковать. Ну все, Пцелики, пока. Да. Ну и тут у нас остались всего лишь два тараканчика, которых мы сейчас просто разнесем в хлам. Блин, лишь бы у меня никто не упал. А хочется пройти идеально. Давай, чтобы было три звезды. Ну, этого букашку мы замесим или нет? Ну еще удар. Да, ребята, мы проходим идеально. Слушайте, есть тогда смысл попробовать еще одну миссейку пройти. Я думаю, что вы тоже были бы не против посмотреть, что там, к чему и почему. Комиксы всякие получили. Угу. Забираем здесь. А, кстати, можно задание, ребята, сделать. Так, сразитесь в 10 боях в компании и в 3 боях в сложном режиме. Давайте вот здесь вот мы с вами сделаем. Мы драться не будем, просто по-быренькому за счет карточек это все дело пройдем. Так, здесь у нас это нормально, а нам нужен именно сложный. Вот здесь тогда давайте 3 боя сделаем. Ага, нам еще достается Острозуб. Кстати, этого персонажа я тоже бы себе хотел. У него очень хороший скилл есть, который дает защиту и провокацию одновременно. И он становится просто непробиваемым чувачком. Так, задание мы это выполнили. Еще 6 боев нам нужно сразиться. Это в обычной компашке. Ну-ка, у нас хватит. Да, у нас как раз хватает с вами карточек. Там 6 раз нужно, да? Ну, главное, что опыт идет. Мы от этого прокачиваем свой уровень. Плюс нам достаются всякие разные штучки. Там мутаген, комиксы. В общем, всякие составляющие для прапывания скиллов у наших персонажей. Это тоже, как говорится, очень хорошо. Ага, пульт от телевизора. Так, по-моему, последний, да? Последний раз. Да, ребятушки, у нас задание уже сделано. Так что пора его забирать. И пройдите одну серию испытаний. Ну, давайте, ребята, по-быстренькому вот эту вот пройдем, самую начальную. Компашку я возьму предыдущую, вот так вот. Да, Зэк, извини пока, но как бы ты сейчас здесь не вписываешься. Мы будем проходить, мы тебя заменили на тигра и будем пока вот так вот проходить. Может быть, в дальнейшем мы, конечно, Зэка и вернем. Хотя, не знаю, там будут открываться у нас новые персонажи. У них будут, естественно, новые способности и возможности. И как бы слабенькие персонажи будут, естественно, уходить на второй план. Да хорош тут... А, ты подхиливаешь. Ладно. Ну, здесь, ребят, мы очень быстро все это пройдем. Даже можно было бы, честно говоря, поставить на автобой, чтобы здесь не париться. Ну, так уж и быть, попробую сам тут пройти. Ну что ты, ниндзя фуд, получил свое. Давай расстреливаю майки. Отлично. Так, вот она, последняя волна. Здесь у нас кто? Ну, как обычно, Бибоп, Рокстеди и 2 ниндзя фута. Сейчас мы их по-быстренькому здесь расклепаем. Так, все, 1 ниндзя фут валяется. 2 тоже валяется. Ну и... А, елки-палки, как-то я не заметил. Блин, он сливался с полом. Да, тут еще механическая железная мышь была, оказывается. Обалдеть. Совсем уже ничего не видеть стал. Ну что ты там выбираешь? Каким бы оружием стрельнуть? Вот, вот этим стреляй. Вот гад, сильно вжарил. Ну-ка. Ай-яй-яй, не добили. Ну-ка, сейчас. Сейчас, если тигрица будет бомбить, то, естественно, им всем хана. Черт, добили. На Рокстеди готов. Ну что же, Бибоп, давай. И тигр в бой. Кстати, мне почему-то иногда хочется называть ее тигрица. Хотя это он, я прекрасно понимаю, но хочется и все. Поэтому, если, ребята, иногда у меня будет проскальзывать
что это атакует тигрица или еще что-нибудь типа в этом роде. Так что не думайте, что я что-то здесь путаю. Просто мне так как-то удобнее говорить. Ну что, в принципе, и все. Дальше мы проходить с вами не будем. Давайте заберем. И вот они, задания у нас последние выполнены. Так, и последнее. Здесь у нас карточка Рафика выпадает. Все. Ну что же, я думаю, наверное, нам пора, ребятушки, зайти в магазинчик и купить. Что мы сможем осилить? Не хватает совсем немножко. Ну, я не буду тогда ничего здесь покупать. Вот за баксы можно, в принципе, взять, знаете чего? Да. Ребята, у нас 276 долларов. Давайте возьмем вот этого. У нас как раз... Кто это? Крип? Крип какой-то. И заодно глянем, что это за олух такой новый. Нанимаем. Так, ага, две серебряные звезды у него сразу же даются. Крип кричит на врагов, оскорбляет всех врагов на один ход. С вероятностью на 50% вызывает скорость врагов на один ход. Восстановление 4 хода. Угу. Это растительная смерть. И в ловушке. Крип бьет врага, вероятность 20%, снизить фокус врага на 50%. Вот так вот. Крип, значит, да? Хорошо. Надеюсь, он такой более-менее мощный. Потом, может быть, ребят, мы его как-нибудь прокачаем, посмотрим. И, кстати, в комментариях хочу услышать ваше мнение, что из себя представляет этот крип. Если кто-то им играл, пускай напишет. Так, тигр получил уровень и... 1265. Ребят, я надо выбирать какого-нибудь нормального героя прокачивать. Вот, я не знаю, Пицеликова можно было бы, в принципе. Эх, черт подери. Да не надо мне это все. Что вы со своим вот... Майки. Кстати, да, майки можно. Воу, массовые, ребята, обязательно прокачиваем. Третью ступень получает. Оу, шикарно. Следующее улучшение, блин, стоит 1000. 1000 мутагена. Так, Бибоп. Блин, где бы мне вот найти бы карточки для него, а, ребят? Там совсем немножко надо-то. 13 карточек. Буквально, и все. Так. Крип. Крип серебряный у нас. Эти у нас бронзовые. Угу. Крип, кстати, практически наравне с Макманом. Ну что ж, давайте тогда на него потратим оставшийся мутаген. До какого уровня он прокачается у нас? До 9-го. Ну, это вообще мало, ребят. Никуда не годится. У меня же 29-й уровень максимальный. Ладно. Мутаген как-нибудь мы с вами добудем. Ну что же, давайте посмотрим дальше. Глава 5, у нас с вами второй эпизод. И тут, смотрите-ка, тигр. Это, видимо, будет боссом он, да? Да, здесь и тигр, и мутант. Так, у нас здесь опять пошел диалог. Ты веришь, что сыворотка Стикмана обратит воздействие мутагена Кренгов? Я верю, что он верит в то, что мы ему верим. Вот это замочил. Значит, нет... Я не знаю, как все на самом деле. Что бы ни задумала муха, сомневаюсь, что это ради общего блага. Угу. Естественно, муха хочет вас наколоть. Она заинтересована чисто в своих планах. Ну что же, первая волна, ребята. Естественно, здесь сосунки должны быть. Щетос, не так все просто. Ага, ну я думаю, что с этими мы справимся. Да что ты там бросаешь? Ох ты. Понизил нам атаку. Так, хорош там. Блин. И еще раз понизили атаку. Обязательно нужно, чтобы сейчас Майки скинул у нас вот этот весь негатив. Ну и Эйприл, естественно, отхилила. Так, давайте усилимся маленько. Вау, отлично. Так, Эйприл, давай лечи нас всех. Шикарно. Ну и... Блин, ребята, а не надо было снимать-то, по-моему, да? У нас же и так все было хорошо. Ладно. Ну что, давайте тогда просто убивать. Массовые удары придержим на босса. А здесь обычными ударами будем всех расклепывать. Так, Эйприл, держись, ты мне нужна. Не падай, главное. Давай, Бибоп, своим хвостиком. Опа, отлично просто. Добивай, Крис. Замечательно. Так, Эйприл, свертухана. Блин, надо было того бить. Да и ладно, в принципе, как кажется. Нет, все-таки что такое фокус, а? Может быть, меткость? Нет, меткость это совсем другой параметр. Я же помню, что где-то здесь было показано, что такое меткость, что такое... Ну, вообще, все параметры были прописаны. Не помню только где. Ну, Крис, добьешь? Молодец, умница.
И у нас с вами вторая волна. И я там вижу, по-моему, да, ничего особенного нету. У нас два кренга милипусничных и вот эти вот дроиды. Так, давай-ка, наверное, вот так вот массовым сейчас звезданем. Ух, держат удар они, однако. Ну-ка, тигр. Во, хорошо. Сейчас вообще замечательно. Атаку мы понизили, причем даже и защиту тоже понизили. Так, Крис, держись, родной. Ты мне еще тут пригодишься. Как же я без твоей усиленной атаки буду главного босса-то валить? Отдыхает, и ты с вертушки. Блин, не добила. Все, Майки делает свое дело грязное. Отлично. И у нас босс. А босс у нас здесь, ух ты, все эти. Ну хорошо, хоть рыбы-мутанта нету. Ладно, давайте атаковать тигра. Блин, вот этот мутант меня, если честно говоря, бесит. Потому что если он встанет в провокацию, у него еще при этом повысится защита. И тогда мы его фиг пробьем. Ну хотя, что мы вперед забегаем? Давайте все посмотрим по порядку, как у нас все это будет выходить. Крис, только держись. Да ладно. Блин, тигр завалил моего Криса. Печалька, просто печалька. Давай, ладно, фиг с ним. Будем ответный удар наносить. Так, Эйприл, только не говори, что ты сейчас еще у меня тут отдуплишься. Давай, держись. Так, давай подхилимся тогда. Ага, нормулька. И теперь... Да что ты... О, только... Блин... Все, ребята. Очень и очень все печально. Если мы сейчас вот этого вот олуха не завалим, будет жарко. И у нас нифига не получается. 33 уровень, все, это хана, ребят. Он сделал оскорбление, точнее, он стал в провокацию. Нам снизили защиту, атаку. Я думаю, что теперь все. Эту мы тут проиграли с вами. Даже то, что вот сейчас Майки снимет, ничего ровно что-то не сыграет. Мы не сможем пробить. Ты посмотри, а. Какой он жирный, толстый, а. О, вот и Майки у меня упал. Ну, понизим, нет? Ни шиша. Защиту, сопротивление. Оп. Всего лишь минус 7. Нет, никуда не годится, ребят. Причем контратака, а? У тигра вражеского. Что такое? Бум-бум. Вот это да. Вот это удары. Ай-яй-яй. Да, надо было, мне кажется, его сразу валить, пока он не сделал вот этот свой... супер удар, супер свою вот эту защиту. Возможно, мы бы его и смогли пробить. Ну, а сейчас, как видите, никаких шансов нет на победу. Жаль. Да и ладно, не будем переживать, ребят. У нас всего лишь с вами 29 уровень, они все-таки за 30-ку. Мы немножко подраскачаемся и пойдем. И я думаю, что мы так пойдем плавненько с вами и пройдем миссии 5-6 сразу же за раз. Ну что же, пора немножко заработать нам с вами мутагена. У нас Лига Элиты. Давайте-ка возьмем, наверное, так. И вот так вот. Да, конечно же, Эйприл нам нужна в плане хила. Лео я сейчас не беру, хоть он тоже у нас хиллер, но сами прекрасно видели, как он мало подлечивает. Поэтому Эйприл для меня в данный момент просто идеальный вариант в плане подхила. Также я беру Криса, который у нас повышает силу атаки. Так, ну что ты, Раф, делаешь? Что ты опять тут выдумываешь? Иммунитет какой-то он повесил, я не знаю, что это такое. Что им дает иммунитет? Хм. Видим какую-то сопротивляемость ко всем видам антибафа. Ну да, по ходу дела. Ладно. Раз вот иммунитет к ударам, будем бить тогда вот так. Ха-ха. Ну вот. В принципе, для этого нам и нужен Крис, чтобы он усилил атаку нашей команды. Так, Эйприл, давай-ка мы носорога завалим. Отлично. Ну что ты тут вытворяешь, а, букашка? Ух, с удара положили. Ага, кунаями бомбит. Нет, ну тут явно видно, что победа будет за нами. Как бы он тут ни пытался, ни сопротивлялся, все равно мы победим. Ух, Рафик упал. Карайка упала, ну и остался здесь Крис. Пинс добили, отлично. Сколько нам дадут мутагена на этом уровне? Очень хотелось бы посмотреть, надеюсь, больше 500. О, 760. Недурно, я вам скажу. Так, и мы с вами перемещаемся на какое место? На 32-е.
Ну, я думаю, есть смысл еще одну боевочку провести. Давайте возьмем центральную, вот это вот, Стивен. Так, здесь нам придется потратить карточки возврата. Ладно, хорошо. Но это последние у нас карточки, поэтому больше мы не сможем ничего сделать. Поехали. Посмотрим, что за кренделек такой нас тут ожидает. Вау. Так, два Рокстедика у нас здесь. Две черепашки и Крис. Я знаю, что Криса он тоже взял здесь для того, чтобы усиливаться, ребят. В принципе, он больше здесь ни для чего и не нужен. Так, хорош. Кого бы нам снести? Давайте Криса, наверное, уберем. Я не хочу, чтобы он бафал свою команду. А мы вот как раз пробафаемся на атаку. Все, отлично. Теперь я думаю, что мы здесь сможем разобрать. Лео, что ты делаешь? Все равно это не поможет. У тебя слишком слабенький отхил. Все, будем сейчас разбирать. Блин, на тигра повесили постепенно урон. Масухи нету. Будем тогда вот так вот, ребят, делать. Ага. Надо добивать нам Майки, потому что он может себя снять, со всей команды даже снять вот этот антибаф. А нам это нафиг не нужно. Ну что, давай хвостиком чпок. Ха-ха. Так, Крис теперь. Все, носорогу не жить. Ага, Лео тут выделывается. Ну, давайте подхил сделаем для начала. Что? Ага, опять выбирает пушку себе. Ну, давай, 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 выбирай. Думаю, тебе это поможет. Нифига тебе это не поможет. А вот я сейчас как критану. Вот так вот. И упал. И остался у нас здесь один Рокстеди и Лео. Сейчас мы их разберем по-быстренькому. Так, Крис добивает Рокстеди. Ну, а Лео здесь один ничего не сможет сделать. Против целой команды. Конечно же, бесполезно, тут даже бороться будет. Так. Ну что же, я получу, ребята, столько же мутагена. Это очень хорошо, это будет у нас примерно 1500. Ну что ты... На, получи, блин, Эйприл. Малорик с ноги так дал Лео, и он упал без сознания. Хм. Сколько дают? Ну, 760 мутагена. Ребят, это обалдеть. И нас с вами поднимают. Вау, на 7-е место. Можно, в принципе, хотя бы одним глазком взглянуть. Нет, ну тут, ребят, бесполезно. Хотя вот этих вот в середине можно было бы пробить. Серега. Но у нас с вами нету карточек возврата, и я не могу забрать себе основную команду. А те, кто у меня доступен, они сами, знаете, очень слабенькие. Ну что же, вроде бы пока сделать я больше ничего не могу. На арену пойти не могу, потому что нет карточек. Прапать я. Ну, прапать можно, в принципе. Давайте-ка Эйприл сделаем, потому что она у нас хиллер, и мне нужно, чтобы она как можно дольше стояла у меня в бою. Так, надеюсь, у меня это все получится. Так, и всего лишь три карточки на быстрый бой, ребята. Хорошо. Ах, здесь не пройдено на 3 звезды. Давайте здесь. Блин, не дали. Не дали мне эти палочки. А здесь? Здесь дали. Хорошо. Но не хватит буквально один... Да, нет, 2 раза. Все, короче, в пролете я. Не судьба мне получить палочки и люки. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать эту серию. Мы обязательно с вами увидимся в следующих новых видосиках и продолжим играть в эту игру. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Если есть какие-то пожелания, я всегда их рад прочитать в комментариях. Ну, а на этом все. Всем пока, до скорого, удачи вам, ребята!